Еще одно имя, с которым связан вот этот участок улицы Деповской, это имя нашего замечательного спортсмена, семикратного чемпиона мира Бориса Анфияновича Шахлина. Как раз вот в доме на улице Красина жил он со своими родителями. Вот, а потом, после уже их кончины, жил у бабушки тоже дом, который находился неподалеку. Вот тоже эту дорогу он ходил, нынешнюю 4-ю школу, тогда 113-ю, в том числе на уроки спортивной гимнастики к своему тренеру Василию Алексеевичу Порфирьеву, который дал ему, можно сказать, путевку в большой спорт.